Надежду Савченко попытались закидать яйцами в Одессе на Думской площади. А произошло это, когда она отвечала на вопросы людей. Двое националистов бросили в нее яйца, но не попали. Их задержала полиция. Кроме того, на депутата с бранью накинулся их единомышленник. Многим на Украине не нравятся призывы Савченко попросить прощения у Донбасса и амнистировать ополченцев ДНР и ЛНР. Но теперь Киев и Запад пытаются дискредитировать Савченко, хотя раньше ее называли исключительно героем Украины. Например, ее усиленно начали обвинять в злоупотреблении алкоголем. Американский журналист Кристофер Миллер написал, что в период службы в армии Савченко уходила постоянно в запои, была психически неуравновешена, и проблемы со спиртным актуальны для нее и сегодня. Сообщается, что после помилования в России она начала принимать на грудь прямо в самолете. Впрочем, на поле аэродрома она вышла вполне трезвой и лишь сказала, что хотела бы выпить водки.